Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон, и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями, или застрелят стрелою, скот ли то, или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука, когда облако отойдет от горы, могут они взойти на гору. И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу: будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою Синайской, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом: «Вон прогимен глаз седьмый, изними от враг мой Божий и от восстающих». Страшные страсти, животворящие крест,
и вольное погребение плоти изволивый Христос, истинный Бог наш, молитвам Пречистой Своей Матери, святых славных и всепальных апостол, святых праведных Бог Отец, Акиман и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Целуются многие и Евангелие. А мы сейчас будем читать канон на плач Богородицы. Называется он на малом подвечерии. Проходите, братья. Слава тебе, Боже, на слава тебе, обещанное яко видение на кресте Сына и Господа, Дева чистая, терзающая, вопиящая горцы, с другими женами стенящие глаголоши. Слава тебе, Боже, на слава тебе, вижу тебя ныне, возлюбленная моя чада, любимая, на кресте висящая, уязвляйся, горце сердцем речей чистое, но дашь слово о благие ради Твоей, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, волю и спаси мой творче, терпиши на древе лютую смерть, Дева глаголоши, предстоящая у креста, со возлюбленным учеником и ныне присно во веки веков, аминь. Ныне моего чаяния, радости и веселье, Сына моего и Господа, лишено выше, убыв, увы, мне болезную, сердцем чистое, плачущей глаголоши.
Всегда, ныне, пресно и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог и расточет сообразие Его. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живо даровал. Как исчезает дым, да исчезает.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. А когда погибнет грешница от лица Божия, а праведницы да возвеселятся. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вон. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живо даровал. Сыну и Святому Духу. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живо даровал. И присно и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живо даровал. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть покров. Иисущего гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Христос воскресе! И воистину воскресе! Смертью смерть поправ, и сущего гробе живо даровал. Христос воскресе!
воскресе из мертвых, ныне все исполнившееся света, небо, жизнь, земля и преисподняя, да празднует обо всех хвалостание Христово, в нем же утверждается. Христос воскресе из мертвых, вчера спали Бог, все тебе крестится, восстоит здесь воскресше тебе, вся спина все тебе вчера, сами спросали спасибо Царстве Твое. Приди теперь во пир новое. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Мне же утверждаемся, Христос воскресе, из мертвых смерть и всего прав, и сущего крови живого рога. Христос воскресе, из мертвых смерть и всего прав, и сущего крови живого Победитель
снимает, он когда лобызаться будет. Спасибо.